представлять друг другу не надо. И так прекрасно знакомы народы России и Белоруссии. Сегодня отмечается день их единения. Праздник существует с 1996 года. Тогда президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор об образовании сообщества между государствами. День единения напрямую касается и Иркутской области. В нашем регионе проживает около 10 тысяч белорусов. Все они чтят традиции своего народа и приобщают к ним окружающих. Так, 7 апреля любой желающий сможет присоединиться к празднованию Камоедицы. Так называется день встречи весны, посвящен он пробуждению медведя. На праздник белорусы готовят особое блюдо, а после обеда все, независимо от возраста, ложатся. Но не спят, а поминутно медленно перекатываются с бока на бок, пытаясь таким образом подражать поведению хозяина тайги.